30 января, спустя месяц после Нового года, в России отмечается еще один древнезимний праздник – День Деда Мороза и Снегурочки. Эта традиция уходит корнями в далекое язычество. Тогда Дед Мороз считался зимним олицетворением бога Велеса. Он сулил богатство, благополучие, счастье и удачу, поэтому его требовалось всячески задабривать. Если нынешний Дедушка Мороз охотно раздает гостинцы, то древние славяне наоборот, ему собирали в специальный мешок подарки. А известный всем нам Дед Мороз, старец с длинной бородой в красивой шубе, окончательно закрепился приблизительно в первой половине позапрошлого века. И только в 1999 году у Деда Мороза и Снегурочки появилось постоянное место жительства – собственная резиденция в Великом Устюге на Вологодщине. Кстати, День Деда Мороза и Снегурочки символически завершает царствование могущественной зимы. На очереди празднование широкой масленицы.